Всем привет-привет! Я сейчас собираюсь. Сегодня не мыла голову. Надо перезавязать хвост. Что-то у нас прохладно становится. Наверное, надену сегодня джинсы. И, в этой, наверное, рубашке останусь. А у меня для вас новость, ребята. Короче, сегодня нам позвонил тренер мне и предложил нам поехать на турнир в Москву. И, наверное, мы поедем через неделю в Москву. Вот, не наверное, а скорее всего это будет точно, потому что мы сегодня померили наш танцевальный костюм. Ладно, брюки. Мы сейчас, я сдам в ателье, отпустят длину или там же, где мы будем отшиваться. А боди нам надо отшивать, потому что вообще у него, помимо того, что рукав короткий, манжет там просто, я не знаю, у него здесь пуговицы, они вот настолько расходятся. То есть получается, что он застегивает и вот так все топорщится. В общем, ребенок взрослеет, ребенок поправился. И сейчас, я позвонила в ателье, где отшивают костюмы спортсменам. Сейчас заказывают на нас этот ткань. Сейчас она поступит. За день-два нам обещали отшить, потому что либо мы в пятницу, либо в субботу, следующую через неделю стартуем и уезжаем в Москву. Вот. Ты такая красивая, но такая безумная. Вот такие вот у нас планы. Буду все снимать и нашу поездку. И это будет первый турнир с нашей новой партнершей. Вот. Поэтому кто соскучился по нашим танцам, пишите комментарии. Так это я соскучилась, я очень хочу просто. Я вот так, мы так давно ждали турниров, просто предложили поехать в Москву, потому что не факт, что у нас возобновят турниры здесь, в Белгороде, да, ну или как область, там, Воронеж, Курск, еще под большим вопросом. Поэтому, естественно, мы согласились. Вот, ребята, порадуйтесь за нас. Сейчас мы собираемся, переодеваемся и стартуем. И стартуем, 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 стартуем на тренировочку. Всем, ребята, привет-привет. А я сейчас еду по делам, так как мы едем на турнир с Максом. Москву. Я сейчас еду первым делом в школу. Надо мне взять справку по месту, ну, требованию, чтобы, короче, билеты я онлайн не могу купить со скидкой. Мне не выдает скидку о том, что он школьник. И идет как полный билет. Я сейчас еду брать эту справку. И мне придется билеты покупать через кассу. Это мне ехать на ЖД вокзал. Вот. Но сначала я возьму эту справку, потом я еду в пенсионный фонд, мне надо оформить кое-какие документы сделать. И потом я поеду на ЖД вокзал, возьму билеты. Вот. И да, у меня еще новость. С нами возвращается из Москвы бабушка моя. Вот, Максима прабабушка. Так что и на нее сразу тоже возьму обратный билет. И нам тоже обратные билеты буду покупать. И еще у меня сегодня запланировано что? Что-то у меня еще было запланировано. Какие-то такие дела. Так, пенсионные, ЖД, справка, вроде все. В общем, вот так вот, ребята. Не теряйте меня. Сейчас пока вся в делах. У нас тренировки продолжаются каждый день. Вот. Все, ребятки, буду отключаться и
До новых встреч. Сейчас буду заходить уже в школу, практически подъехала. Просто у нас здесь часто стоят гаишники, проверяют, да, и я тут с телефоном. Поэтому все, ребятки, отключаюсь. Пока-пока. Все, ребятки. Приехала я уже на ЖД вокзал. Сейчас куплю билеты. Надюшку дождусь, чтобы нам вместе взять на одних местах. Ну, в смысле, рядышком, чтобы все было. Вот, и поеду домой. Съездила я по делам пенсионные, просто зазря прокаталась по центру. Вот, у нас такой сильный ветер вообще, какой-то, не знаю, прям аж сдувает. Сегодня вроде дождь, что ли, обещают. Так что вот так. Где здесь Связной называется? Магазин? Где можно... Связной, вот, вот страна сумок, где видите, вот, вот прям вот Связной на углу. Спасибо. Ладненько, ребяточки, все. Буду заходить сейчас на вокзал, на здание, потому что что-то прям ветер какой-то холодный.